Звание «Человек года» получил Николай Макаренко из Новоенисейки. Он спас из огня троих детей. Вручить почетную награду настоящему герою жюри решило единодушно. Журналист национальной редакции гостелерадиокомпании «Хакасия» Ольга Карачакова стала лауреатом в номинации «Социальный журналист». Она помогла многодетной семье найти спонсоров, которые купили детям продукты и одежду. Увидела, как мать делит пол яблока на троих детей. Ну как можно было просто записать, выдать и забыть? Также наша телекомпания отмечена дипломом лауреата за участие во всероссийской акции «Зеленая волна». В зоне отдыха Абакана мы высадили 23 сосны.